все одинаковы. И здесь, и по жизни. Мы должны также все мы одинаковаться. Поэтому в дальнейшем просьба, чтобы мечеть не оставить, чтобы мы не оставили мечеть без внимания. Любая помощь мечети, любое действие по отношению к мечети хорошее, даже если мусор ты здесь возьмешь с пола, мусор вынесешь и выбросишь его за территорию, даже за это Всевышний Аллах тебе дом даст в раю. Так говорит посланник Аллаха. Исходя из всего этого, я хочу поблагодарить всех тех, с первого свая, который было забито, и по сегодняшний день, кто вложил на эту мечеть все, что он мог. Будь то с финансовой стороны, будь то с физической, будь то с моральной, духовной. То как может, то как, у кого была возможность. И пусть Всемогущий Аллах примет все то, что мы